Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Елена Творогова – старшая медсестра приемного отделения Одинцовской областной больницы. Вместе с коллегой будет временно жить в номере отеля «Парк Инн». Сейчас Елена работает в хирургическом корпусе, который уже перепрофилирован под инфекционное отделение. Домой медики пока не вернутся, чтобы не подвергать опасности себя и членов своих семей. Мы идем, конечно, на это осознанно. Естественно, увольняться мы никуда не собираемся, потому что мы отработали в этой больнице не один десяток лет. Мы верны своей профессии. Как сложилась ситуация, так она и будет. И поэтому мы останемся там же, на этом же месте работать. И даже вопросов никаких не возникнет о том, чтобы поменять какое место работы. Все сотрудники, несмотря на опасность, остаются на рабочих местах. В отеле для них подготовлено 400 номеров. Есть все необходимое для комфортного пребывания. Организовано трехразовое питание как в гостиницах, так и в больницах, а также подвоз на работу. По дому скучаю, меня дома ждут муж, дети. Ну а что делать? Работать надо, работу не бросишь. Надо помогать людям. Учиться терпению медикам не приходится. С семьями они теперь общаются исключительно по видеосвязи. У Ирины трое детей, у Елены дочь. Я по тебе очень скучаю. В гостинице волейбольного центра и отеля «Парк Инн» разместили уже 45 работников Одинцовской областной больницы. Несмотря на то, что свободного времени у медперсонала практически нет, редкие часы отдыха они смогут проводить в уютной, пусть и не домашней обстановке. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».